Любая церковь начинается со свечек, потом идет пожертвование, потом идут иконостасы. Но вообще-то, то место, где мы находимся, заслуживает дополнительного внимания. Здесь петухи не поют, здесь идет служба. Причем обратите внимание, спокойствие, миротворение, цветы растут. Цветы, кстати, натуральные. Одним словом, мир и дружба. Я горжусь таким местом. Если вы пребываете в таких местах, загадайте желание, они обязательно исполнятся. Это мужской монастырь, город Мукачево, улица Монастырская. Божьей благодати и мира вам и вашей семье.